Пролетный путь краснозубой казарки. В Карагандинском областном экологическом музее состоялось открытие мобильной выставки, где посетители мероприятия могут узнать об особенностях миграции и биологии этой редкой птицы. На выставке побывала и наша съемочная группа. Выставка представляет собой мобильную конструкцию, которая через интерактивные игровые элементы демонстрирует пролетный путь краснозубой казарки. Выставка рассказывает и показывает посетителям об особенностях миграции и биологии этой редкой птицы, а также почувствовать себя в роли краснозубой казарки во время миграции через очки виртуальной реальности. На данный момент насчитывается всего лишь 56 тысяч краснозубой казарки. Это очень-очень мало по сравнению с другими гусями. И поэтому мы хотим привлечь общественность к этой проблеме, к проблеме браконьерства на эту птицу, к проблеме постройки нефтеразработок на местах гнездования этой птицы. А в Караганде такая выставка впервые? Да? В Караганде и в Казахстане такая природоохранная выставка проводится впервые. В Казахстане краснозубая казарка встречается на пролете во время весенней и осенней миграции. Птицы летят со стран Восточной Европы к местам гнездования в Российской Арктике и всегда используют водоемы на севере Казахстана для отдыха и кормежки. К сожалению, не все птицы могут продолжить свой путь к местам размножения из-за ряда серьезных угроз, в том числе нелегального отстрела, так как они мигрируют в смешанных стаях с охотничьими видами гусей. Конкретно в Караганде мы хотим охватить 700 тысяч человек, проинформировать и дать максимально полную информацию об этой птице. Насколько мы знаем, человек, особенно дети, они очень восприимчивы, очень впечатлительны. Если мы сможем вложить в детей то, что эту птицу надо охранять, что она очень редкая, и без нее нарушится экосистема, то есть вероятность того, что кто-то из этих детей воодушевится и потом сможет что-то делать дальше. Выставка начала свой путь по Казахстану в июне с города Алматы. В сентябре прошла в Нур-Султане и теперь путешествует по регионам пролета краснозубой казарки. После шахтерской столицы она отправится в Костанай и Петропавловск. Динмухаммед Амангазулы, Тимур Назаргалиев, Николай Щевелев, 5-й канал.